спасибо большое, ты мне вкусняшки, да, решила обкормить меня. Сашечка у нас гимнастка, и поэтому она нам, наверное, сегодня покажет, да? Пиз не поднять. М? И вот так вам, пожалуйста. А так смогли бы на стоматологическом кресле? Класс. Держи массажерчики. Куда едешь? На море? На сборы в Суздаль. Опять на сборы, понятно. Так, ну моя принцесса, давай. Вкусным воздухом подышим. Здравствуйте, меня зовут Ольга. Это моя дочь Саша. В Dental Fantasy мы ходим с первого зуба. Изначально мы очень ответственно подошли к выбору клиники, так как не хотели, чтобы у ребенка осталось какое-то неприятное ощущение на всю жизнь от посещения стоматолога. Каждый поход в клинику – это для нас праздник. И очень благодарна доктору за то, что очень вовремя у нас обнаружили неправильный прикус. И ребенку это очень быстро исправили. С помощью пластинок это прошло безболезненно. Так как мы занимаемся художественной гимнастикой, эстетика очень важна, и мы очень рады, что у ребенка изначально нашли эту проблему, и теперь у нас прекрасная улыбка.